Закончился матч Рая Валикана, Аполлония. Аполлония победила со счетом 2-1. Привет, поздравляю. Расскажи, как прошла игра, все ли получилось? Ну, в принципе, получилось все, как и планировали. Мы приехали за победой сюда. Тяжело было, тяжело. Физический соперник был очень силен, но, в принципе, у нас все сработало. Сработали замены. Забил гол решающий мастер спорта Роман Параскевов. И, как всегда, отличную игру показывает Сергей Кашкиров у нас. В общем, в принципе, что и ожидали. Ну, если приехали за победу, уже, наверное, анализировали соперников. Кого можешь назвать своим главным соперником по игре? Ну, наверное, один из фаворитов турнира и кого мы немного побаиваемся, это Эльбин. Ну, это там сборник. Эльбин не участвует в чемпионате. Я не знаю, кого вы побаиваетесь, но они сегодня не участвуют, не приехали. Побаиваемся. В общем, Титан очень сильная команда. Тяжело будет с ними играть. И ЦДК. Спасибо вам большое. Удачи вам во второй игре. Надеемся на вашу победу. Спасибо.